Thank you.
подарим это произведение педагоги детской музыкальной школы номер один, лауреаты международных республиканских конкурсов фортепиано дуэт Анна Скидан и Елена Машковцева. Еще раз поздравляю. Наша благословенная, овеянная легендами и мифами крымская земля с ее удивительно красивыми пейзажами всегда привлекала к себе художников, поэтов, писателей. Поэтому с Крымом связано творчество многих выдающихся деятелей русской культуры. Богатыми художественными коллекциями Ирбитского музея, богатые художественные коллекции Ирбитского музея позволили сформировать выставку, посвященную Крыму. В ее состав вошли работы отечественных мастеров 19-х и 20-х веков, портреты известных людей, связанных с южным краем, композиции с историческими мотивами, пейзажи. Право первое слово сказать на нашей такой особой региональной выставке предоставляется генеральному директору Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Мрихиной Татьяне Викторовне. Дорогие друзья, добрый день! От всей души вас приветствую в нашей картинной галерее. Вы видите, у нас преград не бывает. У нас не может сорваться никакое мероприятие, несмотря на какие-то даже внешние или внутренние проблемы. Поэтому вот в столь малочисленном составе это непривычно для нас, что в нашей картинной галерее так открывались такие знаковые, такие замечательные выставки, мероприятия. Но тем не менее, вот здесь в зале сегодня те люди, которые транслируют дальше и нашим горожанам, и нашим гостям все то, что здесь происходило. И плюс еще вы знаете, что и низкий поклон нашим журналистам, и нашему медиа-центру, который на сайте постоянно размещает все те замечательные события, которые у нас происходят. Но сегодня у нас действительно особый день. Мы с огромной радостью приветствуем друга нашего, наших земляков и друзей со Свердловской области, с Екатеринбурга, с которым мы так дружим, Сергей Михайлович, руководитель Ирбитского музея замечательного. В маленьком городке, в маленьком, такой богатейший, ну, несказанно ценный музейный фонд, вот музея Ирбитского, к которому мы сумели сейчас прикоснуться. Мы благодарим наших музыкантов с Ниной Батищевой во главе, что вы никогда нас не забываете, даже в это трудное время, и мы понимаем, что даже сегодняшний вот день составил какую-то, наверное, проблему, но тем не менее вы с нами, потому что наш главный девиз, наш главный принцип – как нам довести до этого искусства от детей до самых любых возрастных групп наших людей через сердце. Через сердце. Без вашей музыки через сердце тяжелее получается, чем вместе с ней. Поэтому вот вам тоже низкий поклон. Что же касается сегодняшней выставки, то это действительно, Сергей, честь для нас вот посмотреть такое собрание. Действительно, музей обладает колоссальным собранием графических работ. Но вот уже в беседе, да и по выставке мы видим о том, что это не только графика, это живописные работы. И наш разговор вчерашний сказал о серьезных перспективах великолепных мастеров 18-го, 19-го, да с 15 века, начиная то, что содержится в фондах Ирбитского музея. Поэтому мы не только сегодня открываем эту выставку, мы уже наметили перспективу нашей работы и показа тех работ для кирчан и крымчан, который, конечно, составляет золотой фонд вообще мировой живописи, мирового искусства. Но еще мне очень приятно, я уже об этом сказала, что продолжается наша дружба с Екатеринбургом и со Свердловской областью. И вот так случилось, что буквально 2 дня назад я общалась и с вице-губернатором Крековым Павлом Владимировичем, который мы знаем, всегда десант
искусства к нам приезжает на Босфорские Аргоны. Ветрова Наталья Константиновна, руководитель музея нашего большого краеведческого, чья выставка сегодня находится в наших фондах, музей исторического «Магия Востока». А мы в обмен везем и магию Босфора. Вот тебе и пожалуйста. Вот уже собираются наши ехать сотрудники для того, чтобы эта выставка прозвучала тоже подарком к 150-летию их музея. Ну и, конечно, министр культуры, который благоволит и вам, и нашему сотрудничеству с Крымом, Чайкина, Светлана Николаевна, и тоже низкий от нас поклон. Вы знаете, наверное, ничего случайного не бывает. Вот как, вернувшись с России, мы с уральцами познакомились, вот так эта дружба продолжается не только в области разнообразного искусства, но вы знаете, что они оказали нам поддержку и сразу в Крымскую весну, как мы приехали, и нашему многострадальному политехникуму, потому что ребята реабилитацию проходили именно на Урале, тоже Андрею Козицыну низкий поклон и Крекову Павлу Владимировичу в том числе. Поэтому, как они говорят, уральцы, они понимают только крепкие, люди суровые, но дружба их всегда крепкая и до конца. И мы счастливы, что вы еще один посланец вот этой земли уральской. И это начало, как мы уже понимаем, нашего дальнейшего сотрудничества. Дорогие друзья, конечно, мы счастливы, что Сергей Михайлович расскажет об этом. Он проведет нам первую выставку в наших залах. Тем дороже работа наших операторов, дорогих, которые сумеют донести на экранах и на видеоэкранах в том числе вот эту красоту. Но мы можем сказать абсолютно точно, что небольшими группами, так как нам позволительно, но и кирчане, и гости города, конечно, с удовольствием прикоснуться к тому искусству, которое вы нам принесли. Спасибо вам огромное, спасибо всем большое. А у нас есть еще один подарок от педагогов детской музыкальной школы №1. Нина Батищева, заслуженный работник культуры Украины, представит нам этот подарок. Ну и, конечно же, подарит, так скажем. Дорогие друзья, очень приятно вот, компания с уральцами, потому что я помню, что первое, вот когда мы стали Россией, первое открытие выставки, вот, которая к нам приехала, это было Екатеринбург. И мы играли тогда камерным оркестром, но сейчас мы не собираемся по известным причинам. А подарок вам, пожалуйста, это Анжела Морлин, это английская композитор, которая писала музыку уже в почтенном таком возрасте, она писала музыку для кино. И я это услышала произведение, и так получилось, что я говорю вообще без преград, все, да, мы без политики, потому что мне эти ноты прислали из Эстонии. Я впервые слушаю это произведение случайно. И вот отозвались люди, прислали ноты. И вот я хочу сейчас вам это в качестве подарка, это произведение исполнить, это называется «Но мечты». Ну, я думаю, вы так будете мечтать о Крыме, что вы сюда приедете летом и проведете свой отпуск. Скрипка замерзла, правда? Спасибо большое, Татьяна Викторовна, что вы вот приглашаете сюда, что у вас такие друзья. Нам очень приятно, и Босфорские Аргоны вместе с вашими ребятами, симфонический оркестр потрясающий из Екатеринбурга. Ну, хочется очень много сказать. Спасибо вам, низкий поклон. Как мечты. Thank you.
Скрипка, правда же? Поэтому, конечно, не передает переведение всего того. Спасибо. Спасибо. Вот, как привлекли творчество, выставка наших ирбитских друзей. Решили даже уже пропустить наши музыканты свою работу, а остаться посмотреть выставку. Все, только аплодисменты. Спасибо. Дорогие друзья, ну что ж, пришло время предоставить слово нашим гостям, дорогим гостям. Мы действительно сейчас это оценили, потому что прошли такое крещение огнем, так сказать, и увидели, что, вот, казалось бы, люди, с которыми мы только что познакомились, буквально несколько лет назад, сразу же поставили нам свое плечо, вот, проявили свою мужскую, так сказать, достоинство, вот, доблести, помогли нам в таких трудных ситуациях. Поэтому я просто с величайшим уважением предоставляю слово генеральному директору Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Сергею Михайловичу Мурзину. Пожалуйста. Большое спасибо. На нас всегда можно рассчитывать, на наше крепкое плечо. Великолепные музыкальные композиции очень настраивают на восприятие выставки. Ну, начать, наверное, следует с приветствия. Добрый вечер, дорогие коллеги, уважаемые гости. Столько много хочется сказать, но во времени и в голове уместить все сложно. Тем не менее, попробую. И позвольте очередной раз поприветствовать вас от имени Министерства культуры Свердловской области. И, наверное, я начну с рассказа об этой выставке. А само решение о ее создании пришло в теперь уже далеком 2014 году, когда мы вместе с нашей большой страной переживали известное событие, эту историю с возвращением Крыма в состав Российской Федерации. И уже вот буквально тогда было принято решение сделать этот проект передвижным, чтобы как можно больше жителей нашей страны смогли прикоснуться, это все увидеть. И сегодня здесь мы необычайно рады быть у вас в гостях, в картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и представлять здесь вам этот передвижной выставочный проект «Крым отечественной живописи и графики» и собрание нашего музея. На этой выставке вы увидите
а произведения многих известнейших русских гравюров, таких как Николай Чевский и Николай Уткин, это Василий Матей и Григорий Мясоедов, Иван Иванович Шишкин и, конечно же, Константин Благоевский. А полноправное место в нашей сюите занимают портреты известных людей различных эпох, имя и судьба которых неразрывно связана с полуостровом, с историей полуострова. Необычайная красота здешних мест ярко звучит в акварельных работах знаменитого уральского графика Алексея Казанцева и не менее знаменитой художницы из Петербурга Людмилы Ильиной. Ну и совершенно особенное место занимает большая серия, это пейзажи Кемерии Константина Благоевского, такой художественный образ Восточного Крыма легендарной эпохи. Вот я еще раз с большой признательностью благодарю Татьяну Викторовну вас за гостеприимство, сотрудников картинной галереи, за ту помощь, которую они нам оказали. Мы буквально в какие-то невероятно сжатые сроки совершенно легко поняли друг друга и быстро сделали, составили эту экспозицию, ну, которую сейчас все видят. Потому что вот так рождаются сразу вопросы. Мы ведь ничего не знаем о вашем небольшом городке Ирбит. Так правильно мне сказали, ударение ставить. Вот. Только то, что он находится в Свердловской области. Можно буквально кратко его историю, ну и, конечно же, историю вашего музея. Еще довольно молодого, но все же. Ну, тут на самом деле нет ничего проще. История Ирбита берет свое начало в 1632 году. Тогда еще дружинники Ермака спускались с верховья рек Уральского хребта к устью реки Тобола. И вот здесь обнаружили место в устье реки, тогда она называлась еще Ирбея, и основали поселение. Здесь же буквально через некоторое время возник небольшой торжок, который в таком скором времени перерос в невиданную вообще доселе по масштабам ярмарку, которая получила название Ирбитской. А ярмарка просуществовала без малого 300 лет, вплоть до первой четверти 20 века. И во времена своего расцвета она становилась второй по товарообороту в стране после Нижегородской. Сюда заходили караваны с Великого Чайного пути, Шелкового пути, съезжались купцы со всей России и зачастую из-за рубежа. Даже известны случаи, когда американские представители торгового бизнеса посещали нашу ярмарку. Вот. В советское время Ирбит – это один из многочисленных промышленных городов Свердловской области. И, пожалуй, наибольшую славу нашему городу принес промышленный гигант машиностроения – это Ирбитский мотоциклетный завод с его знаменитыми мотоциклами «Урал» с коляской, многие, наверное, знаете, да? Вот. Ну а сегодня многие гости в шутку называют Ирбит музеем города. И это совершенно закономерно, поскольку в небольшом уральском городе с населением в 35 тысяч на сегодня действует официально 9 музейных площадок, в том числе 3 площадки нашего Государственного музея изобразительных искусств, плавно переходя уже к истории нашей, который был основан в 1972 году, и мы еще только готовимся отмечать 50-летие, по музейным меркам возраст совсем, можно сказать, небольшой, но за эти 50 лет городской выставочный зал, не имевший никаких коллекций собственных, сумел стать государственным музеем с областным подчинением, собрать достаточно большую коллекцию и, что характерно, коллекцию в уральской глубинке, коллекцию уникальной печатной графики европейского искусства, в частности, вот, значит, с конца 15 века и до наших дней. Сегодня в состав объединения входит 3 обособленных объекта. Это, конечно, главное наше здание – музей гравюры и рисунка, в котором как раз располагается эта знаменитая коллекция графики. Экспозиция наша основная называется «От Альберта Дюрера до Хуана Миро», которая охватывает буквально 5 столетий развития вот этого вида искусства, начала его такого становления и формирования, развития во всех его техниках, всевозможных графических техниках, и буквально вот до наших дней.
А второе наше здание, это тоже предмет большой нашей гордости, потому что это кладезь такого искусства регионального, открытый в 2006 году музей уральского искусства, он единственный у нас, а также на Урале, как музей гравюры и рисунка, единственный в России, музей уральского искусства специализированный, единственный у нас на Урале. Он охватывает период с начала 20 века и тоже буквально до наших дней, где представлены все наши знаменитые мастера, метры, собственно, вот. Ну и еще у нас есть музейно-выставочный центр, это такая вспомогательная площадка, мы там проводим временные выставки, передвижные какие-то экспозиции, тематические мероприятия, ну и располагаться такой вот административно-хозяйственный блок. Ну, я на этом, наверное, свой разговор закончу, передам слово и перейдем. Вы еще оставайтесь здесь, уже на нашей импровизированной сцене. Еще от слова к делу мы перейдем несколько позже, потому что у нас существуют традиции свои уже давно. Мы, конечно же, нашим гостям, а тем более издалека, дарим подарки. И не только подарки, мы дарим, вручаем благодарности и сертификаты о том, что выставка у нас вот состоялась. Татьяна Викторовна, пожалуйста, вручите. Коллеги, для художников это важно, и вы об этом знаете. Это участие в выставке, и часто нужен наработанный список, как говорится, для того, для получения больших каких-то наград, еще для чего-то, с удовольствием. Большое спасибо. Вручаем, и, конечно, благодарность от нас за вашу работу. И еще у нас вот наш Керченский вернисаж. И, коллеги, вот это наш Керченский вернисаж, это, конечно, собрание всего того, что есть в наших фондах и наших живущих сегодня дорогих наших друзей и художников. Мы очень надеемся, что это будет пополняться, и мы издадим второй сборник. И сейчас вот это наша коллекция картинной галереи. Как выяснилось, что она получается в Крыму после Айвазовского и после художественного музея, в котором мы были, вот она третья по значимости. Но у нее есть особый абсолютно, так сказать, момент, не присущий никому. Здесь от начала нашей археологии, от Гросса и до сегодняшнего дня, вот зарисовки тех археологических памятников и тех богатств, которые мы не найдем больше нигде, а у нас они есть. Поэтому от всей души вот вам такой подарок. А это для нас очень дорогой подарок, поскольку в составе нашего музея имеется собственная научная библиотека. И уже буквально в ближайший понедельник я при всех торжественно клянусь передать этот фолиант действительно в состав нашей библиотеки. Сергей Михайлович, ну тогда, чтобы уже от нас никуда ничего не ушли, наши договоренности, я под камерой хочу сказать о том, что ведь они обладатели замечательных просто коллекций. И мы поговаривали о чем? О Рубенсе. Это просто детективная история, когда собирали, как говорится, коллекцию музея Ирбитского, да, то оказалось, что наши друзья, эрмитажники и своих запасников, и музей изобразительных искусств Пушкина вот наделили некими коллекциями музей. А потом оказалось, что вот как раз Рубенс – это не копия, а это подлинник. Я, конечно, переживаю очень за Михаила Борисовича. Как так получилось? Но Михаил Борисович поздравлял, я знаю, музей. Конечно, мы надеемся взглянуть на эту замечательную работу, ну и плюс на те все работы, которые сопутствуют ей. Поэтому вот такой вот путь наш, намечен нашего сотрудничества. Да. И мы обещаем, что на закрытии выставки мы подарим полный набор вот этой нашей серии «Наследие тысячелетий». Потому что, коль собирают коллеги такую библиотеку, мы гордимся своей научной библиотекой, должно быть и у вас. То, спасибо, чем мы обладаем. Спасибо. Спасибо. Ну и еще главный такой торжественный момент нашего праздника. Можно так положить куда-нибудь, значит, красиво, да, наши подарки, ваши уже, вот, и разрезать торжественную ленту. Хлопаем. Немногочисленные кости, но тем не менее. Друзья. Да, все есть. Один сюда, один себе. Ну что, просим? Просим.
Дорогие друзья, напомню, что вся выставка сформирована полностью из нашего собрания. Целиком она насчитывает 115 произведений. Но, к сожалению, мы все не смогли уместить, мы постарались сделать такую очень качественную, так сказать, выжимку. И с удовольствием вам ее представляем. Открывает выставку живописное полотно Леонида Блинова. Это его вид на Байдарскую долину или Байдарские ворота. Это художник-маринист. Он был художником морского штаба, главным маринистом. Он совершил за свою недолгую жизнь, он прожил, к сожалению, всего 36 лет, но он совершил 3 кругосветных путешествия. И вот на пике своей творческой карьеры очень активно занимался выполнением императорских заказов Александра III, Николая II, великих князей. И писал пейзажи и парадные портреты военных кораблей и яхт. То есть вот такой представитель яркий, и вот это замечательное произведение выставку открывает. А сейчас я прошу перенести ваше внимание на противоположную стену, поскольку здесь у нас размещен исторический блок нашей экспозиции. Ну и, конечно же, мы, наверное, начнем с работы Николая Уткина, известного русского гравера. Это портрет Екатерины II на прогулке в Царско-сельском парке. Ну, почему Екатерина, наверное, никому объяснять не надо, потому что ее манифестом Крым впервые вошел в состав Российской империи. Это значимость, конечно, этой личности переоценить сложно и для истории Крыма, и для истории нашей страны, поэтому ее портрет здесь полноправно присутствует. А тут же мы можем видеть еще одно значимое произведение, это уже гравюра Казмичевского, это вид эскадры Черноморского флота, только что сформированного, который стал, как мы знаем, впоследствии честью и доблестью нашей страны. А возвращаясь к портретам, нельзя пройти мимо портрета Василия Мате, это всем известный Александр Сергеевич Пушкин, гравирован им по живописному оригиналу Ареста Кипренского. Ну, мы все знаем, как Александр Сергеевич любил этот регион, он часто здесь бывал, и в мыслях, и в делах он для него во многом стал родным. Также особо хочется отметить портрет еще одного известного, теперь уже художника. Это, собственно, автопортрет, выполненный в технике афорта Иваном Ивановичем Шишкиным. Он также был очарован красотой здешних мест. К тому времени он уже сформировался и был известен как художник, мастер лесного жанра. Вот. Но приехав в Крым, он не преминул прибегнуть, да, вот к этой технике афорта, хотя он уже тогда считался живописцем. И в его исполнении мы здесь можем видеть представлены 2 произведения. Это Айпетри. Да, и Четвердак, известные крымские места. И завершает историческую часть ряд работ. Это, конечно же, очень также известная и характерная для истории Крыма личность. Это портрет Максимилиана Волошина. Да, здесь же мы можем видеть совершенно миниатюрную работу Павла Шеленговского. Это Чуфут-Кале известный, да, Бахчисарая место. Анна Петровна Остромова-Лебедева. Знаменитые крымские кипарисы пишет.
его работы. Это «Коробской мотив» в Грузуфе и «Лестница» тоже там же. Ну вот в таком небольшом пространстве мы постарались сделать для вас максимально вот такую содержательную выставку, комфортную для восприятия. И опять же я хочу сказать слова благодарности сотрудникам картинной галереи, Ирине Борисовне, заведующей, Ольге Евгеньевне, Руслане, потому что мы вот буквально за пару дней тут в таком творческом симбиозе все это родили, повесили и рады сегодня здесь вам это представить. Спасибо большое. Действительно, ценнейшая выставка и замечательные работы. И удивительно, что вы собрали ее по Крыму. Вот просто по Крыму. Спасибо вам еще раз, низкий поклон, Сергей Николаевич. Поздравляем всех с открытием. Благодарим вас. Благодарим и всех художников, и всех просто.